Именно таким приветствием встречали представители кошачьего мира посетителей большой выставки. В очередной раз кинотеатр «Беларусь» стал местом настоящих зрелищ. Здесь по праву было на что посмотреть. Мейн-кун, персы, короткошерстные британцы и болинезийцы. Список представленных пород животных достаточно разнообразен. Подобные выставки в городе над Бугом стали хорошей традицией. Они проходят два раза в год. Традиционно представленные породы у нас очень много в клубе хороших представителей британской породы. Это сейчас самая распространенная порода вообще, любимая, держащаяся на пике популярности. И поэтому у нас представлена большая породная группа британских котов самых разнообразных окрасов. Ну, я бы сказала, всех цветов радуги, в буквальном смысле слова. Кроме того, есть понемножку, конечно, хорошая породная группа канадских сфинксов. Есть мейн-куны, скоттиш-фолды. Хозяева пушистых и лысых, однотонных и разноцветных, но одинаково любимых и милых сердцу питомцев свою жизнь без них уже просто не представляют. Иногда даже за небольшой промежуток времени человек и животные становились надежными, преданными и очень верными друзьями. Участники выставки уверены, очень важно найти общий язык с котом или кошкой. Тогда взаимопонимание между питомцем и хозяином будет буквально на подсознательном уровне. Жизнь наша изменилась круто. Мы никогда не думали, что будем участвовать в таких мероприятиях. Первый раз попробовали и поняли, что это на всю жизнь. Да, нам очень понравилось. Да. Так что мы еще задумываемся о том, что, возможно, кроме Элвина у нас еще появится в дальнейшем кто-нибудь. Появились сфинксы в моей жизни давно. Когда-то на выставке я взяла в руки, и все, я пропала. Что сфинксы нам несут? Доброту. Это очень добрая порода, они очень ласковые, очень нежные. И вообще в доме, знаете, есть английская пословица, дом без кота – это просто дом. В рамках выставки была подготовлена большая развлекательная программа с конкурсами и подарками. Два дня работы кошачьей экспозиции были наполнены яркими мероприятиями. Если кто-то не попал на выставку в этот раз, то не стоит расстраиваться. Организаторы уверяют, парад кошек еще не раз порадует брещан и гостей города над Бугом.